Привет, зритель. Я тут из одной комнаты иду на кухню. Ну, правильно, у меня только одна комната теперь. Короче, я сейчас решила вам записать этот, типа, влог такой, очередной ролик в плейлист «Съедобное-несъедобное» съесть или выкинуть. Не помню, какой он по счету, но если придется монтировать, скорее всего, так. А может быть и нет. Ну, короче, когда буду заливать на канал, то гляну в плейлисте, сколько их там сейчас по счету, и приделаю очередной, типа, выпуск такой-то номер. Съедобное, несъедобное. В общем, что, мне тупо надо... Просто одна бутылка масла у меня тут из-под масла лежит долго-долго. Надо ее уж выкинуть как-то. А то уже задолбалась всем объяснять, почему она тут лежит. В общем, вот этот вот курага из этого светофора. Я сегодня сварила на ней компотик. Ну, там еще яблоки сушеные, мной сушеные. Потом этот шиповник мной собранный, вручную сушеный. И черная рябина, которую, ну, в смысле, вообще рябина, арония, да, которую я тоже вручную собирала и сушила. Правда, сушила не вручную, но, в общем, вот такой вот пакетик из-под кураги хороший, а курага хоть и страшная. Да, вот тут у меня то, что должно вымыться, тут тоже, я думаю, все не без грешка, но, в смысле, все люди кушают и потом моют посуду. Вас не должно это смущать, к тому же я вам не туалет смываю перед вами с чем-то таким. Короче, вот тут оно. Дальше пусть стоит. Полтора часа варила. Вообще как-то не рассчитала. Надо было, наверное, или поменьше сыпать, или побольше кастрюльку взять. Но я не помню. У меня, по-моему, побольше кастрюлька такого типа сейчас с медом стоит. Она уже второй год так с медом стоит. В общем, очень хороший кефир. Кефир 2,5% жирности. Сметанин в магните обычно продается. 900 мл. Я на нем ваяла. Сейчас покажу, что вообще остатки допивала как кефир. Потом этот тортик на нем ваяла. А нет, на таком подобном кефире ваяла тортик. Еще с Женькой мы печенье делали. Да, сейчас у меня тут не то, чтобы шаром покати, но поменьше как-то, чем обычно. Еще я на нем делала, вот у меня тут половинка, наверное, осталась. Я тут есть собираюсь, потому что делала тайп. Вообще сделала только 5 страниц, но где-то минут 40 изучала одну фиговину методом тыка. Никитос сказал не бояться тыкать. В этой фотошопе, вот я не боялась и тыкала. Но то, что мне надо, так и не получилось сделать. Потом надо будет спросить инструкции по применению. Короче, вот тут этот у меня кефирный соус. Рецепт есть в кукпеде, если кому надо. И ссылка, по-моему, на кукпед теперь есть на странице этого канала. Как-то так. В инфобокс вроде я ее не сувала еще, потому что надо будет вручную все переделывать. Просто на странице канала она есть. Я тут поесть собираюсь. Да, вот я тогда не обозрела, баночку-то убрала. В общем, хороший, но он у меня тогда умер, но он хороший и вкусный. Вот если покупать какую-нибудь красную рыбку соленую, потом этот лавашек такой вот, ну, который типа тоненький, ее, и вместе это фигачить в рулечек очень вкусно. Так, что я еще хотела обозреть? Ой, как раз из-за нее. Сначала думала ролик посвятить этой бутылке, а потом думаю, у меня же еще что-то есть, что можно порекламить. В общем, вот это вот. Альтера. Я, кстати, вот именно семечку с оливкой, ну, в смысле, подсолнечная с оливкой, я больше не видела нигде. Но вот оно мне очень даже понравилось. Хотя я как бы не фанат масел, и как-то вот за последние полтора года меня как-то вообще не тянуло на все эти масла. У меня бутылка литровая, на полтора года ее хватило подсолнечного, но вот это у меня очень быстро ушло. Видимо, я как-то втянулась. Вообще, моя подружка говорит, потому что у меня теперь есть тут все свое. Развернуться есть где, ну, в смысле, это ощущение свойского свойности, как-то так. Это уже мое слово. В общем, вот такая вот штука. Что-то я в Атаке тогда покупала по 69 рублей. Типа скидка, но я не знаю, как она на самом деле стоит. Потому что я просто такое больше нигде не видела. В общем, вот такое вот все тут можно съесть. Выкинуть только уже когда съел, ну, вот эти все баночки. Кот у меня тут приперся. Тише. Помаши хвостиком людям. Не хочет он вам махать. И, кстати, вот я выкинула, наверное, уже эту бумажку. Да-да, это у меня пакет перерабатывала мусора. Сейчас, может быть, найду. А может, не найду. Ну, короче говоря, в общем, вот эти огурцы, которые на сушилке, которые я это вот покупала и в последнем, наверное, обзоре обозревала этот, из Ашана, чего-то там из Мордовии. Вполне себе огурцы, правда, я их еще не ела, но их помыла, они нормальные такие. Да, это я тут. Мыло у меня тут одно лежало в мыльнице,
размякла, я решила им, так как закончилось средство для мытья посуды, помыть посуду. И та пустая баночка там на самом дне еще что-то осталось, не поверите. Я думала, что там на пару раз осталось, а оно уже еще точнее... Уже точнее еще не это никак. И хоть это не съедобное, но такие маленькие губочки очень неудобные. На самом деле они как-то очень быстро заканчиваются. Не буду больше их в светофоре брала, не буду, короче, такие больше покупать. В общем, наверное, все. Хурма, которая из пятерки у меня дозрела в холодильнике внезапно. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем хорошего настроения. Если у вас оно плохое настроение, вы не хотите его улучшать, ваши проблемы. Но всем остальным, короче, хорошего настроения. Вот вам котик башкой помашет.